172 человека погибли в авариях на дорогах Новосибирской области с начала года. Смертность уменьшается, количество ДТП растет. То же самое с детским травматизмом. Итогом 9 месяцев зарегистрировано 235 ДТП такого вида, плюс 19%, в которых 3, к сожалению, ребенка погибло, минус 60% по сравнению с прошлым годом, и травмировано 254 несовершеннолетних, плюс 17%. Доля таких ДТП от всех зарегистрированных ДТП с пострадавшими составляет 16%. А вот пешеходов стали сбивать реже на 40% по сравнению с прошлым годом. Причина аварий – традиционные нарушения правил проезда перекрестков, скоростного режима, выезд на встречную полосу. По статистике ГИБДД, почти на треть увеличилось число ДТП с нетрезвыми водителями за рулем. За 9 месяцев выписали 3,5 миллиона протоколов о нарушениях. С начала весны изменили маршруты патрулирования дорог. Инспекторы чаще выезжают на места концентрации ДТП. Там установили десятки новых систем слежения.